Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для ателье. Обратите внимание, что у нас также есть программа для швейного производства, которая является более расширенной версией. Но если у вас небольшая организация, а не огромное производство, тогда смотрите именно это видео. Оно удовлетворит все ваши потребности и выведет ваш бизнес на абсолютно новый уровень. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он видел лишь ту информацию, которая входит в зону его полномочий. Отдельные права могут быть настроены для руководителя, администратора, продавца магазина, бухгалтера и других сотрудников организации. Мы зайдем под ролью «Main», что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Чтобы вы получали еще больше удовольствия от работы в нашей современной программе, мы разработали множество красивейших дизайнов. Из списка можно выбрать понравившуюся тему из более чем полусотни представленных. Обратите внимание, что в нашей программе может работать как одно подразделение по локальной сети, так и целая сеть филиалов через интернет. При этом в центре главного окна можно будет разместить свой логотип для создания единого корпоративного стиля. Теперь посмотрите на левую часть окна. Здесь расположено меню пользователя. Мы его максимально упростили. Оно состоит всего из трех пунктов – модули, справочники и отчеты. Перед началом работы в программе нужно просто заполнить справочники. В папке «Деньги» можно задать финансовые настройки. Это валюты, способы оплаты, наценки, прайс-листы и даже финансовые статьи, если вы хотите вести учет всех своих расходов. В папке «Организация» можно указать свои подразделения, сотрудников, их сдельную заработную плату, а также источники информации, чтобы отмечать по каждому клиенту, откуда он о вас узнал. На основе этих данных вы сможете в дальнейшем за любой период времени просматривать маркетинговый отчет, дабы точно понимать окупаемость по каждому виду рекламы. В папке «Рассылка» есть возможность составить шаблоны для рассылки. Можно сделать так, чтобы автоматически отправлялись индивидуальные SMS-сообщения вашим клиентам, например, когда их заказ готов. А также можно выполнять массовую рассылку, сообщая об акциях или поздравляя клиентов с разными праздниками. Причем в вашем распоряжении будет целых 4 вида современных рассылок – email, SMS, Viber и обзвон голосом. Да-да, наша программа сможет даже сама обзвонить нужных клиентов и голосом, представившись от имени вашей организации, сообщить любую важную информацию. Основные же настройки для ателье содержатся в папке «Склад». Именно здесь вы сможете заполнить номенклатуру, как готовых изделий, так и тех, которые шьете на заказ. Также здесь будет содержаться вся ваша фурнитура и ткани. Для наглядности в программу можно даже загружать изображения. Работать можно будет как по штрих-кодам, так и без них. Если решите работать по штрих-кодам, у вас будет и возможность использовать различные современные торгово-складское оборудование. Сканеры штрих-кодов, принтеры этикеток и так далее. По изделиям массового пошива функционал позволяет составить так называемую калькуляцию, в которой можно перечислить все необходимые для пошива материалы. При индивидуальном пошиве у вас сверх этого при приеме заказа будет возможность отмечать и дополнительные материалы, которые потребуются для выполнения определенного заказа. А теперь давайте примем наш первый заказ. Это уже пошла повседневная работа, которая ведется в модуле. Давайте зайдем в модуль заказа. Обратите внимание, что сначала откроется поиск. С течением лет заказов у вас накопится очень много, чего мы вам искренне желаем. А наша программа уважительно относится к вашему времени,
поэтому дает возможность не рыться в куче информации, а сразу провести поиск по нужным критериям. Вы всегда сможете поднять из архива любой заказ по уникальному номеру, дате, имени клиента или принявшего заказ сотрудника и так далее. А если мы не укажем критерии поиска, отобразятся все имеющиеся заказы. Когда мы хотим добавить новый заказ, просто нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Добавить». Какие-то поля при этом заполнились автоматически. Самое главное, что нам остается сделать, это указать клиент. Клиент выбирается из единой базы клиентов. Если он уже заказывал вам что-то ранее, его не придется вносить второй раз. Быстро ищем заказчика по первым буквам его имени или номера телефона. Это называется контекстный поиск, когда писать можно просто стоя на любой колонке, без всяких специальных полей ввода. Заметьте, что своих клиентов вы сможете разделять на группы, например, VIP-клиент или проблемный, чтобы при принятии заказа сразу понимать, как себе с этим клиентом следует вести, особо учтиво или насторожен. А если клиент не был найден, тогда легко добавляем нового уже известным нам способом. Правая кнопка, команда «Добавить». Для обеспечения высокой скорости работы в нашей программе заполнять можно только основные данные – имя и номер телефона. Остальные поля заполняются по желанию. Когда клиент добавлен, нажимаем «Выбрать», и клиент подставляется в наш заказ. А затем остается указать немного дополнительной информации. Что он нам заказывает пошить, например, свадебное платье. Описание заказа и особые требования можно указать в отдельном поле. Все эти требования выйдут в дальнейшем в квитанции, чтобы клиент потом не требовал от вас больше, чем просил изначально. Также можно указать дату сдачи заказа, чтобы планировать свое производство и не нарушать обещанные клиентом сроки. А дата контакта подразумевает, что до сдачи заказа нужно будет еще встретиться с клиентом, например, для примерки. Вот и все. У нас появился новый заказ. Цена подставилась по прайс-листу автоматически. Она также зависит от индивидуальных наценок и скидок, которые привязаны к выбранному клиенту. Кроме этого, цена может меняться, если вы по желанию клиента добавите дополнительную фурнитуру на вкладке «Расход материала». На вкладке «Оплаты» можно отметить полную или частичную оплату от клиента. Например, была внесена лишь часть суммы. Об оставшемся долге вам будет напоминать программа. А клиенту вся исчерпывающая информация будет отображена в автоматически формируемой квитанции. Здесь будут перечислены все требования к заказу, материалы, указана сумма аванса и оставшейся задолженности. Данный бланк заказа подписывается двумя сторонами – заказчиком и сотрудником исполнителя. В индивидуальном порядке могут быть настроены и дополнительные документы, в которых вы можете либо просто перечислить правила приема заказа, или даже предоставить целый договор в формате Microsoft Word, который нами будет встроен в программу. А теперь давайте посмотрим исполнение заказа. В первую очередь, его можно распределить по сотрудникам. Как по видам работ, когда один делает крой, а другой пошив, так и по количеству изделий, когда вы приняли заказ на большое количество продукции. Готовые изделия можно принимать от сотрудников и приходовать на склад, а также отмечать, когда продукция клиенту выдается частями. Заказы при этом у вас будут отличаться по цвету как раз в зависимости от этапа исполнения. Если вы сами реализуете свою продукцию, все точки продаж могут также работать в единой информационной системе. Работа у них ведется в модуле продаж. При этом открывается так называемый режим магазина, когда можно просто считывать нужную продукцию сканером штрих-кодов, либо выбирать мышкой из каталога продукции. Здесь вам будут доступны и различные навороты. Например, вы сможете работать по клубным картам, на которых у клиента будет накапливаться определенная скидка. Принимать оплату можно будет как наличными, так и банковской карточкой. При продаже может печататься чек. Причем этот чек будет печататься как на обычном принтере чеков без фискализации, так при необходимости и на фискальном регистраторе.
Используя нашу современную программу, вы получаете не только полный контроль своего бизнеса и рост производительности, но и целый комплекс профессиональных управленческих отчетов. Каждый отчет является инструментом, который помогает проанализировать вашу деятельность с определенной стороны и выявить слабые стороны, чтобы в дальнейшем их улучшить и добиться значительного повышения доходов компании. Все отчеты аккуратно разделены на группы. Давайте сначала посмотрим финансовую аналитику. В любой момент времени вы можете посмотреть остатки денежных средств и общие обороты по любой кассе и банковскому счету. По каждому заказу можно будет увидеть доходную часть, расходную и полученную в результате прибыль. Прибыль можно будет также увидеть не только в разрезе заказа, но и в целом по организации. Зеленая линия – это доходы, красная – расходы. Вы сможете просматривать динамику развития своей компании с течением времени. Будете видеть общие суммы расходов по каждой статье затрат, а также вам будет показана итоговая прибыль по каждому месяцу вашей плодотворной работы. Все должники будут отображены в отдельном реестре. Есть возможность сформировать рейтинг самых перспективных клиентов, которые тратят у вас денежные средства больше других, чтобы вы точно понимали, кому в большей степени обязаны своим заработком, кому следует уделять особое внимание или, например, порадовать скидками. В систему включен анализ рекламы, который покажет, сколько клиентов пришло с определенного источника информации и сколько вы на них заработали. Не тратьте свои средства зря. Вкладывайте только в реально работающий метод. Но не все зависит от клиента. Также детально нужно анализировать и работу персонала. Кто лучше трудится, тот приносит больше пользы и достоин большей оплаты труда. Причем, если зарплата сдельная, она будет рассчитана программой автоматически. А если у вас есть собственные точки реализации, вы также получите возможность оценивать работу продавцов. Кроме финансовой части, необходимо иметь и складскую аналитику. Вы будете в режиме реального времени иметь точное представление о том, на каких складах, что и в каком количестве у вас лежит. Эти остатки вы сможете даже посмотреть в денежном выражении. Если что-то заканчивается, программа предусмотрительно вас об этом предупредит. Это касается ходового товара и материала, и поможет вам избежать упущенной прибыли. Для исключения перерасхода материалов, наша программа покажет, что необходимо выдать со склада для выполнения принятых заказов. Реализацию торговых точек можно будет анализировать как по каждой группе или подгруппе товара, так и детально по каждой позиции, чтобы точно знать, что, сколько раз было продано и сколько вы на этом заработали. Обратите внимание, что все отчеты формируются за любой период времени. А это значит, что вам не придется переворошить кучу бумаг, чтобы посмотреть нужный месяц. Программа моментально все сделает за вас. Также у многих отчетов есть дополнительные параметры. Например, аналитику можно смотреть как в целом по организации, так и по определенному подразделению. А сверху будет логотип и реквизиты вашего предприятия, так как все отчеты именные. Мы показали лишь небольшую часть из всех имеющихся в программе возможностей. Более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте usu.kz. Обратите внимание, что с нашей программой вы на целую голову будете опережать в развитии всех своих конкурентов. И все это за символическую плату. Стоимость нашей программы абсолютно всем доступна. А для самых продвинутых пользователей, которые хотят быть ультрасовременными и создавать вау-эффект для своих клиентов, у нас есть еще и эксклюзивные предложения. Для этого вам, конечно, потребуется инвестировать в свой бизнес гораздо больше средств. Автоматизация посредством нашей программы – это именно полноценные инвестиции, которые быстро окупятся и будут приносить вам намного больше дохода, чем было ранее. Мы работаем с организациями по всему миру. Звоните или пишите. Узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.